В смысле, он ложится, буду просто ху-ху-ху говорить. Главное, если меня интересно, то я понял. Я понял. Хорошо, ручков назад сделаю. А, ага, подержать вас и медленно к этому. Пожалуйста, послушай, это очень важно. Садиться только по моему. Так я понимаю, блин, ну как-то страшно. Идти-то так, как-то. Как тут идти-то? Тут не круто. Смотри, вот туда полетели. Да не хочу я смотреть, я уже писать хочу. Да я, наверное, это пережал вам подвеску. Нет, все нормально. Подвеска не. Я как раз в килотах, да, типа у меня свободное, вытрясется. На камере все будет. Кто-нибудь вообще писал хоть раз? Не, обливал. То есть я могу блевать. Поющие фонтаны каждый день. У нас особенно вредно, мы просим так, пожалуйста. Блин, я только что выпила. Нет. Я хочу блевать, но зачем? Не будешь. Если будешь блевать, иди вправо. Да нет, там мне просто второй раз лететь! Там, или запаску проверим, там точно. Мне просто второй раз лететь, чуть-чуть, блядь, я все проблевала, ничего не увижу. На камере все будет. Видео на ютубе. Видео на ютубе. Не видео на ютубе. Нет, не хочу, чтобы на ютубе все видели, как я блюю. Очень популярно будешь. Вы сейчас досмеетесь, вы блевать будете. А сейчас кто будет плевать, мы проверим, да? Да. Кинем пальчик. Дима, ты слышишь, да? У нее стойкий организм. Ты понял, да? Зря вы такие вещи, девчонки, при пилотах говорите. У пилотов есть чувство юмора. Да нет, вот стоять-то не страшно. Вот для идти, вот сейчас будет очковая кобра просто. Привет! Ой! Да ветра жду, конечно, ветра. И вниз не хочу, надо подождать чуть-чуть. Да, чуть-чуть сейчас стабилизируется. Вон, посмотри туда. Вниз. Да. Thank you.
потому что мне интересная работа, творческая работа. Какая нахуй творческая работа? Пенис-младенца!